Народ, всем привет! Давно меня не было. Я буквально 2 дня назад вернулся с моря. Вот, приехал в Архангельск, тут все тает. Весна в полном таком разгаре. Снега там со льдом осталось буквально, может, на неделю. Ну, безопасного льда. Обещаю дожди, погоду теплую, вся температура плюсовая. Заморозков ночных практически нету. Вот, сейчас я загрузился. Все уже закидал снегоход. Поставил, все стоит на прицепе. Сейчас еду, забираю Саню. Мы с ним поедем, попробуем заранее половить живца. Сейчас быстренько подъемник опустим, прикормим, посмотрим, может быть, наловим живчика. Ну, чтобы нам на озере времени не терять, и тем более там с сорокой проблема. Надо ехать далеко по озеру, на другие там, на малые озера. Вот. И все-таки хочется попасть к себе на избу. Поживем там дня 3-4, порыбачим. Ладно, в путь, за Сашкой, за живцами, магазин и... дорога. Все, приехал за Шуриком. Саша довольный. Тоже давно не был на рыбалке, да, Саня? 100 лет. Все, перегружаемся, едем за живцами. Ну, заодно потом замотаем снегоход, чтобы не закидало грязью. Так, все, мы, опа, приехали за живцами. Сейчас половим с полчаса, может, часик. Не будет ничего, так поедем. На озере будем живца искать. Что-то живцы мелковато попадаются. Мелочевочка одна. Опа, больше. Угу. Отлично. Оп. Так, окушков сразу. Окушков выпускаем сразу. Окушков мы не берем. Мелкие живцы, конечно. Вот такие-то нормальные вот. Давай, собираем. Да, лицо у нас проблема, конечно. Почему-то не ловится. И очень мелкий. Ну, наловили, наверное, штук 60. Последний подъем. Паука. Окушки, да, опять? Да. Пару окушков. Три окушка. 3, 4. Окуней мы не берем. Да. Ну, вот так вот, вот у нас плавает. Мелочи. Будет нам на озере долбать на них. Окуня нажерлится. Это плохо. Встали на передышку. Ну, зима зимой еще в лесу. Снега полно. Ну, конечно, сырой весь снег-то. Температура плюсовая. Но речки, вот мы до этого речку проезжали, сейчас на сотку приехали. Речки еще не вскрылись. Прошлые года катались-то уже. Они были полноводные. Глухарь сидит. Ай, блин, что-то такое. Чаще такая у нас началась. Подпустит, не подпустит. На видео его снять. А, все, слетел. Не подпустил. Ну, у нас все равно с собой есть дичь. Я взял с зимы 3 куропатки с собой мороженых. Мы их приготовим. Сейчас весна, охота закрыта на боровую дичь. Ну все, прибыли. Нам вон туда. Уже время к закату. Ну так, дорога нормальная. Около дела. Машин стоит много. Машину чужую снимать не буду. На озере народу полно. Все, распаковываемся и вперед. Так, запаковались. Все. Блин, думал, вещей будет меньше. Взял только одни средние волокуши. Нужно было брать 2 волокуш. Ну, такие вот с собой взяли там. На всякий случай. Двигаться жерлицами там по рыбалке. Тоже их используем. Бензин, масло закинули. Ну, у нас труба тут. Там баннеры с собой. Так, для избушки там. Самое необходимое по мелочам. Время уже 9 вечера, стемнело. Все, едем вот туда, в том направлении. Но радует то, что стало давить на мороз. Мороз небольшой, сейчас на данный момент всего -1 градус. Но это уже радует, что где вот я сгонял снегоход, разворачивался.
все, уже все стало замерзать. Отлично. Ну там-то, видишь, сыро под Настей, но уже Настик есть небольшой. Все, выезжаем, готовы. Да, мы, наверное, сделали правильное решение, что погнали по буранке до мужиков. Сейчас завалились снова. Ну это не проблема. Выдернемся. Шаг вправо, шаг влево, все. Тут немножко я разогнался и шильк. И вот такая вот беда получилась. Фух. Ладно, сейчас вылезаем, поехали дальше. Сейчас выйдем на озеро. Только что одно в потьмах. Тут река промывает. Нам нужно будет ее обойти. Ну, ходом проскочим, нам дури хватает. Сейчас выскочим до нужного места и как топнем напрямик. Постараемся проскочить. Заехали тут в одни избушки, там с мужиком потрещали знакомым. Другие избушки тут, ну, тут хватает. Мама, не горюй. Рыба ловится, все хорошо. Ну, сейчас ходим по озеру, ищем крючки. У нас санки перевернулись большие, шли на большой скорости. И у нас все в лохмотье. У Сани кузов пластиковый. Просто на мелкие осколки. Но удочки целые, крючки остались. О, вот они. Все банки, все жерлицы у нас. Все это перемолотило. Вот теперь собираем. Ну, все потому, что там мы шли, проваливались. Переезжали промой. Ну, тут уже такое стечение обстоятельств получается. Вот. Сашкин кузов. Надо все с собой забрать. Разметал. Но тоже досталось от кузова. Ой, блин. Но так получилось. Ну, главное, промой проскочили. И то хорошо. Сань! Саню! Вот и все, поехали дальше еще. Все, пришло время биться. Вот старый есть след, но проваливается капитально. Осталось буквально метров 400 до избы. Все, приехали. Фу, закопались. Сейчас будем вытаскивать. Саня почти по пояс. По пояс снегу стоит. Надо было мне без санок подойти сначала, а потом за ними вернуться. Но захотели мы вдруг разом поскочить. Ну вот тут я. Ну вот я долбился, почти уже у избы, все уже на месте. Подхожу, все, завис, ни взад, ни вперед. Помощь нужна, сейчас Саня подойдет. Мы там Саню оставили, чтобы я пробил дорогу. Вот у нас есть вот небольшой, но снежок тяжелый, плюс я, нифига не держит. Получается, что я его прорезаю, пропиливаю гусянкой. Лыжи нормально стоят, морда нормально проходит, жопа на понижаечке там, ну пофигу как. Ладно, все, мы где-то уже около избушки. На месте уже должны быть. Тут, не знаю, метров, наверное, может 150 осталось. Сейчас достанем его, развернемся там. Обратно сгоняю, санки заберу и все, мы на базе. Все. Пришли пешком в избу. Там все кинули нахер. Снегоход остался буквально метрах в 100 от избы. А санки в 300. Ну, санки в 300, да. Сейчас мы
Печка топанем, пусть пока все прогревается. Сходим, достанем снегоход. Потом разворот. Достаем самки. И все, мы на базе. Ну, мы добились своей цели, конечно, с большим опозданием. Но мы здесь, мы дома. Загудела печурка. Все отлично. Пойдем, вынимаем снегоход. И сюда приезжаем обратно. Руки вон уже как этих самых у чертей. Были маленькие поломки там, решали по ходу поездки. Все, вперед за снегоходом. И потом отдыхать. Ну вот и Миша не переживал, что снега в лесу нету. А снега по самое не балуй. Вот так вот. Повалился по яйца. Ну, он уже упал еще ниже. Повис, короче. Сейчас раскопаем его. Раскоптуй, бжик, что досталось на 100 метров. А потом на дорогу протопчу туда-сюда и все будет хорошо. Ну да. Он запрессовал его. Там снег сырой без удок. Что там? Каша. Надо оставить лебедку. 100%. Ну все. Аппарат на базе. Фу. Сейчас назад. Ну вот и все. Мы на месте. Отлично, пробились. Да, дорога жесткая. Как у тебя, Саня, впечатление? Офигенское. Офигенское? А что такой замученный ты идешь? А ты видал 4 часа ночи? Видал. А, смотри, мы с 4 часа дня выехали, в 4 ночи приехали. Итого, дорога у нас 12 часов. Не, нормально, я сюда сутки бился. Согласен. Ничего. По-среднему, короче. Отлично. Я доволен, на самом деле. Завтра самое главное у нас будет рыбалка вот такая. Думаешь? 100% уверен. Давай все выгружаем, кушаем и покемарим часика на 3. 5, 7, 8. Сашка спит. Отдыхает. Ташкент, тепло в избушке. Отлично. У меня шкура ходуном ходит. После моря хочется, ух, быстрее на лед. Лед последний. Надо что-нибудь сделать. Сейчас снежок развернул. Загрузил живцов. Жерлицы. Пойду сгоняю. Тут до малого озера. Поставлю жерлицы. Ну там поставлю, не знаю, там штук 10. И обратно вернусь. Саня буду поднимать. Завтракаем. И также через малое озеро поедем на другое малое озеро. Ну и заодно проверим. Вот такой план. Прибыл на малое озеро. А место уже занято. Стоят жерлицы. Даже флажки вот горят там. Раз, два, три, четыре. Четыре флага уже мужиков горит. Сейчас сгонял до избы. Думал, мужики в избе. А изба пустая, нетопленная. Где-то ночую в другом месте. Ну, не буду мешаться. Погнал я обратно. Будем ставиться там, на дальнем малом озере. Время 7 утра. Я Сашку поднял. Попил он чайку. Доброе как? Утро. Поспалось? Отлично. Отлично. 2 часа здорового сна. Угу. Снова в бой. Стало все таять. Нам нужно бить дорогу до другого озера. Тут где-то буквально, ну, от нас километров 5 получается. Километра 4 будем биться. Пробьемся. Ну, нам куда деваться-то? Поехали. Все. Не сломаем.
Да, идем роемся. Фух. Вон Саня-то проходит еще. Пешком не проваливается. Мы вот копаем, копаем, все проваливаем, но делаем себе дорогу назад. Нам осталось тут, наверное, 3 километра еще бодаться. Вот уже болото! Пробились, короче, нормально все. Погнали, ставим чайник. Да, будем завтракать, дальше работать. Сегодня просто наипрекраснейшая погода. Готовим завтрак, чайник пока закипает. Миха не теряет время даром. Подготавливает жерлица. Я, у нас их еще много. Сейчас попьем чайку. Поедем дальше ставиться. Так это окунь, Сань. Окуня, сдергивают. Жесть, мелкий, видишь? Или что-то есть маленькое. Маленькое? Окунь, наверное. Какое-то. Давай посмотрим. Самая вкусная рыба. Ламинария. Да, с трудом он его сбил. Устала, наверное. Что-то тяну. Ну вот, троянышки. Молодец. Саня отрывается на балансир. Хорошие проворачиваются. Ну вот ходим, потихонечку царапаем. Такие есть нормальные кушки, но много мелочи попадается. Вот такие вот, ладно. Саня на блесну, я на мормышку. Опа! Ну что, такой хорошенький? Чего? Хорошенький. Пойдет. Съедобный, короче. Съедобный. Да, погода нам шикарная, конечно. Тепло. Но рыба клевать не хотит. Мы уже распахались полкута. Такие окуневые хорошие всегда были. Вот редкие такие окуни крупные попадаются, а так все мелочевка. И у нас рыбалка накрылась медным тазом. У нас на снегоходе лопнула траверза. Это вообще, блин, фиг знает. Нам надо сегодня добраться будет до избы как-то. Там проволоку, шмоволоку будем мотать. Вот. Сейчас была веревка, я вот замотал. Вот.
вот поломка. Как она лопнула, фиг его знает. Мы нигде не прыгали, не скакали, ударов не было. По озеру ехали, смотрю, лыжа пошла в сторону. Это не есть хорошо. Но сегодня цель добраться до избы. Завтра пойдем на большое озеро пешком уже. Там будем рыбачить день-два. Снежек останется около избы. В избе есть там проволока, всякая фигня. Что-то попробуем намотать, как-то усилить. И будем потом выбираться до машины. А до машины ехать не слабо. Есть что-то! Съедобное? Да! Наша рыба! Давай, зубастую нам! Ох, как хорошо она борется, а! Сюда! Ой, киложка! Киложка, да? Ну, киложка еще, травяночка, хорошо! У нас опять чаепитие! Поставили свечку, чайник! Маленький перекус. Все, собираемся до избы. Время уже 6 вечера. Будем готовиться к ночлегу, приготовлению пищи. Ну, порыбачили мы сегодня, конечно, неважно. Мы хотели половить крупного окуня, но не попали на него. Одно где-то наловили полбочонка там окушков. Ну, такие есть экземплярчики неплохие. И 4 щучки всего. Ну, нормально, нормально. Улов. Первый день рыбалки, да, у нас. Ну все, выбрались мы с озера. Уже по наезженной трассе. Выбрались. А правда? С озера выбрались на другое озеро. Да-да-да, на наше. В общем, с поломанной траверзой. Выбрались, все нормально, доехали. Подраскисло, конечно, устали жопами вилять туда-сюда. Все вспотели, вот стоим, сейчас отдыхаем. И снегоход тоже отдыхает, конечно же, вместе с нами. Ну, погодка сегодня, конечно, вообще великолепная. Так, ну вот самых таких покрупнее выбирай. Мелочь нафиг откидывай. Такой не пойдет, да? Какой? Такой. Пойдет, пойдет. Вот этих крупных выбирай. Сначала крупных отберу, может, нам их хватит. Мы крупных окуней отбираем на копчеле. Сейчас их пошкелим. А завтра будем коптить, подсолим. Ну, щучка, вот, травянка, стандарт такой. Кстати, походу мамка одна. Две. Вот это, вот это. Давай, может, скроем, посолим и корку. Покушаем. Ну, короче, там занимаемся рыбой пока. О. А у нас еще сегодня вкусняшки будут. Да я сегодня поймал. Я промолчу, короче. Накинь на себя пуху, да. Вот, у нас сегодня еще будет дичь с этого самого еще с осени. В морозилке лежала, с собой привезли. Затаяло. Будем варить на печке. Шулюм. Отлично. А мелкого кушка на завялку. Завялим все. Да? Саша любит пиво. Говорит, задолбался покупать. Дорого. Ну вот у нас каждый при своем деле. Я займусь дичью. Уже все оттаяло. Хорошо. Косач у нас будет. Обманул я там. Ни куропатки, ни рябчики. Два рябчика и косач. Сашка занимается рыбой на копчение, и у нас будет икорка жареная. Отлично. О, лепота. Дичь на печи. Пусть томится сейчас она. О, красота. Так, что у нас там? Сашка творит. Что, ты отмываешься? Так, ага. С рыбой все. И вот у нас еще вкусняшки. Окуневая икорка. Пожаренный. Щучья печень пожарен тоже. И вот икра уже спелая у щуки. К нерюсту готовая она. Тут мы посолим, наверное. Нам как раз будет на пару бутербродов каждому. Да? Конечно.
Сашка на дровах, я на камбузе. Отлично вообще. Ох, отдых полным ходом у нас. Дичь. О, эти запахи. Круто. Сейчас еще буквально полчаса. Перекусим и будем отдыхать. Наш поздний ужин. Лепота. Да, задержав еще немножко. Тушеная картошка с дичью. Сейчас перекусим на боковую. Будем спать, пока спится. Да, торопиться никуда не будем. Утро нового дня. Первый раз мы поспали, да, по-нормальному. За двое суток. Как настроение, Александр? Отлично. Боевое. Настроение хорошее. Сейчас сделаем яичницу с бекончиком. И завтракаем. Потом поедем искать Сишка. Вот у нас обновка в нашем автоводопарке. Да, Саря? Лодочка новая сейчас. Оттащим ее на озеро сразу, чтобы потом летом не переть. Тут далеко тащиться. Но... она хоть не тяжелая, но сейчас пока на снегоходе заодно и завезем. А потом будем летом рыбачить рыбу. Поехали давай Сигаса не искать. Да, поехали. Я только тебя одного и жду. Сели на снеговом месте. И пока тишина. Мужики ловят. Говорят, вчера сик клевал очень хорошо. В течение всего дня. А сегодня здесь с утра они уже тусуются. И тишина. Смена погоды. Сегодня ночью было минус 6 градусов. Сейчас уже плюс 6. Завтра обещают дождь. Ну, пока рыбка не ловится, решили мы сделать себе вкусный обед. Зажгли финскую свечу. Поставили пока чайник. А Сашка занимается ухой. У нас вчерашние кушки. Головы, щучьи, хвостики. Вот. Сейчас будем есть вкусную уху на природе. Отлично вообще. Сига пока нету. Ну, ждем. Может не клюет, может не подошел пока. Погнали мы на малое озеро. Там хотя бы подергаем кушков. Попытаемся. Потому что на большом озере мы сига не дождались. Ну вот наш конь, бедолага, на боку стоит. Правая сторона целая, левая. Ну, мы ее мотали уже 2 дня назад. Тут пытались это сохранить. Веревки тут все накрутили, навертели. Охо-хо-хо-хо. И вот оно, видите, как получилось. Какое дело. Вот оно здесь вот было, вот сварка это обломана. У траверза, и вон траверза внизу. Вот это вот хрень. Все, живет своей жизнью, короче. Офигеть, поломка, конечно. Плохая поломка. Сейчас еще на рычаге вот на рулевом висит. Стало вверх его загибать. Так, ну нам еще рыбачить 2 дня. Сейчас все эти веревки я снимаю. Сейчас он Саня делает рычаг, там пилит. Сейчас будем его поднимать, эту сторону, рычагом. Поставим его на место. И тут будем усиление ставить, деревянное усиление. Здесь вот бум-бум, лонжерон. Туда-сюда. Ну, короче, еще нахимичим. Сделаем, чтобы нам хотя бы домой уехать. Через пару дней. Пусть он тут пару дней на озере отдыхает. Мы уже все на большом озере. То есть нам, в принципе, только по озеру ехать. Да, там потом лесом, по зимнику, по буранке, по накатанной. Уже не будем дорогу нигде торить, бить, насиловать его. Ну, все, тут что. Только сварка. Или замена траверза. Ну, сварка тут я все сам сделаю. Ладно, работаем.
сварочный аппарат. Он встал на место, видишь? Только прихватить осталось, да? Плохо, что у нас нет сварочного аппарата, мы уже сделали бы лучше, чем было с завода. Все, мотаем, что. Вывесили нормально. И вот оно, какое дело. Все. Бабах. Ну все. Ремонт закончен. Лучше заводского получилось, наверное. Даже не буду варить, так и буду ездить. Все зафиксировано. Никуда вообще не шевелится. Есть немножко ход. Ну и все, нормально. До дома доедем без проблем. У нас сегодня рыбный вечер. Хотели щуку еще делать, а не стали. Жарим чучу, печень и икру окуня. Вкусняшка. И еще у нас коптятся окуня. Одну закладку сделали в коптилку. Сейчас поставим еще одну закладочку. Домой копченой рыбки привезем хоть немножко. Поддон-то, отцепи поддон. Ого-го. Че, куда? Сюда вот ставь, да, ставь. Опа. Красота. Очередное утро в лесу. Выспались. Вот, сейчас попьем чайку и пойдем на рыбалочку. Ветрище, конечно, задувает. Капитально. Нам сегодня обещали до 15 метров в секунду ветер. Ночью был снежок. Сегодня днем обещали дожди. Наверное, вот этот слом погоды как раз есть, что сик не клюет. Сейчас выйдем, попробуем порыбачить. У нас и спелая щучья икра подошла на завтрак. И корка. Да, Саша? Деликатесы. Очень вкусно. Не иначе. Нормальная сегодня мягкая такая погодка, пасмурно. Только что ветер задувает. Но ничего. А сиги так и не клюют. Капризит он. Голова, видимо, болит у него. Погода поменялась. И не хочет клевать. Ну сейчас тут до обеда посидим на этом месте. Сига подождем, не будет, пойдем ловить окушков. Сегодня до упора уже рыбачим, ночуем и завтра выдвигаемся домой с утреца. Совсем грустно, без поклевок. Ну, пойдем на другое озеро сходим, покупаем балансиры, ратлины, попробуем половить окушка. Сегодня уже сидим там до упора, на одном месте уже отловимся. Может, щучка будет. Все, прибыли на окуневые места. Да, сейчас мы тут порыбачим. Сегодня на озере тишина вообще. Все, видимо, вчера с вечера уехали, мужики, да. Сегодня вот утром один снегоход прожужжал. Все в сторону дома. Ну, обещали сегодня сильные дожди, пока нет сильных дождей. Нам погода не на шутку разыгралась. Штормовой ветер. Ну, сегодня обещали до 15 метров. Что-то только рано. Обещали к вечеру. Сейчас будем чаек заваривать на свечке. И покупаем ратлины. Давненько я на них ничего не ловил. Сейчас будем пробовать. Ну, окушки вроде поклевывают, такие не крупные, до 100 грамм, 70-100 грамм, такие ядовые на уху. Но тоже вот с одной лунки набурили, пусто, раз одна лунка попалась клевая.
Ну, будем дальше буриться. Ну, вот идем потихонечку. Дырявим озеро. Разбуриваемся. Ищем окуня. Ну, унок 7-8 дашь, одну лунку найдешь какую-нибудь там. 2-3 окушка поймаешь. Опять лунок 7-8 дашь, опять 2-3 окушка поймаешь. Потихонечку. Ну, раз тут уже зашли за ветер, так тут более-менее можно уже ловить. А там в трубе сидим. Сдувается льда нафиг. Ну, а, такие уже повеселее. Подходят. Сашка неплохого задрал на балансир. Молодец, хвалю. Ну, а, что там у тебя? Горбатый? Да. Настоячка вообще. Ну, неактивный, видишь, он из этой погоды. Да, вот, ходишь по лункам, долбим, потрясешь, там, одного-двух поймаешь, поставишь удочку, клюет, опять трясешь, опять тишина. Фигня какая-то. Еле-еле шевелит, на дно морожку положишь, он шевельнет разок, бросает, шевельнет, бросает. Окунь-то крупный, хороший, а нету активности, не берет. А не пора ли на сале сделать с тобой перекус? Или что надо, да, с полчаса половим? Я думаю, да? Сейчас я новую морду привязал. Давай, вот такие вот. Вот такие вот горбатые проворачиваются, хорошие. Немного, но есть. Ну все, отрыбачились. Последний день рыбалки у нас сегодня. Завтра будем выбираться. Сейчас в избу. Готовим себе праздничный ужин. Отремонтировали снегоход, как смогли. Ну, завтра утром проснемся, пьем чай и едем домой. Так-с. У нас сегодня отличный ужин. Щука. Сметанки, картошечка жареная на печке. Все будет хорошо. Так. Супер ужин будет у нас сегодня. Помыть надо будет. Надо было сначала ее развести было в воде, конечно. Будем делать такие макары. Маленькую щучку взяли на двоих. Много нам не съесть. Как раз на один раз покушать, да? Да. Сметаница. Так-с. Главное, это забыли сами с тобой ингредиенты. Еще кто-то положит. Томатик? Помидорчик, да. Помидор. Завтра просыпаемся, пьем чай и в путь дорогу домой. Сейчас пошел дождь. Как и обещали, но обещали сегодня нам днем дождь, что будет. Днем что-то так немножко там покрапывало. А сейчас нормально зарядил. Дорогу нам подразвезет, раскиснет. Снегоход у нас поломан, конечно, но если сильно не будет скидывать, не будем там колупаться. Может, доедем нормально. Так главное нам пробиться до нормальной дороги. Если что, мы его бросим, снегоход, уйдем до машины пешком, выскочим на связь, потом на Буране приедем, заберем его, и все. Не проблема. Тяжело будет, конечно, Бурану его тащить.
Снег вот тяжелый, но выбор невелик. Все, что, кофейку? Вот такой вот лихо. Оба. Кофеечку? А, мешай салат, а то я все рассыплю, короче. Все, давай что сделаем. Попросил человека салат помешать. А он хитрый взял, вышел на улицу и стал улицу помешать. Чтобы ничего в игрушке не упало, так на улице можно, пусть падает. Я бы так мог сам сделать, Саш. Я-то хотел, чтобы ты там на столе помешал. Ну, пиши, как я аккуратно мешаю. Это потому что я подсматриваю за тобой. Вот и все готово у нас. Саша, приятного аппетита. И тебе, Михаил, приятного аппетита. Наступило утро выезда. Сейчас завтракаем. Доброе утро. И все, вперед. Дождя вроде бы нету, но погода плюсовая. Дорогу отпустила. Подпроваливается чуть-чуть, но снегоход будет держать. Не сильно проваливается. Все, собираемся. И ближе к дому. Ну все, запаковались. Все везде убрали, прибрали, отдохнули на славу, двигаемся к снегоходу. Честно, пока собирались, запаковывались, к нам прилетела, к туалету там села глухарка, посидела, слетела. Потом запаковывали шмотки, сюда прямо к избушке пришла. Думаю, что такое шубуршит по снегу, голову поворачиваю, она метров, наверное, на 5 подошла, блин. Снова нехотя улетела. Вот так вот курицы ушибают, да? Не боятся нифига, глупые. Все, двигаем к снегоходу. Все, добрались своим ходом, все отлично, снегоход реанимировали, доехали уже без приключений. Сейчас запаковываемся, едем домой. Сезон зимний закрыли. Конечно, еще можно было бы ехать, но уже, наверное, пора завязывать. Сейчас дожди будут, оттепели сильные. Будем готовиться к охоте весенней. Как Александр тебе? Отличная рыбалка, на 5 плюсов, несмотря даже на поломку. Да, мы выбираемся отсюда последние. Когда приезжали 4 дня назад, здесь было машин, полная стоянка. А теперь нету никого вообще, все поразъехались. Всех испугала весна, сегодня обещали дождь, да, дождь, а что-то сухо, все нормально. И такая сегодня погода вообще мягенькая, хорошая. Может быть и клевала бы даже рыба. Сиги, которых мы 2 дня пытались половить, так и не половили. Ну ладно, в другой раз. Все, в общем, едем домой. Без приключений почти.